Стюардесса, на борту есть врач? Мама толкает меня в бок. Это должен был быть ты. Я. Мам, не сейчас. Папа, не собираешься спросить, может быть, им нужна помощь художника? Все в самолете. Погоди. Ты художник? Все в самолете, включая умирающего парня. Нарисуешь меня? Мама такая типа, но, ладно. Чудо, сюрприз. Ух ты, это же бекон или крабовая палочка. Чудес не бывает. Сюрприз. Ну так, ты реально сюрприз. Спряталась под кроватью, пока парень был в душе. Когда он вышел, он увидел, что меня нет в комнате, хихикнул и побежал в шкаф и спрятался в нем, чтобы напугать меня. Я лежала под кроватью и плакала от смеха. Волнуюсь за их отношения больше, чем за свои. У меня жена нечто. Почему? Да лежит, рожает, ей акушер говорит, вдох-выдох, а она... И мы опять играем в любимых. Меня прорвало прям там.